Прости, брат. Прости, что втянул тебя в это дело. Я просто хотел, чтобы все стало как раньше. Это Уилл, мой брат. Мне нужна помощь. Моей жене требуется операция. Все очень серьезно. Ты рисковал жизнью ради страны. Разве это справедливо? Сколько тебе нужно? 200 с лишним. Хочешь больше? 32 миллиона. Но ты с нами в деле. Я лишь хотел взять в долг. Я хоть раз тебя подводил? Сделай это ради своей семьи. Чем могу помочь, сэр? У нас инкассация. Всего 20 минут. А мне очень быстро, поверьте. Грабить банк я не собираюсь. Да уж, пожалуйста, а то я останусь без работы. Спасибо. Ладно, хорошо. Заходите. Окей. Пора валить, Ди. Сегодня вам будет что рассказать семье за ужином! Берегитесь! Бежим! Не попади в копа! Давай, давай, давай! Перекрыть все. Никого не выпускать. All the leaves are brown. Стоп! На выход! Что вам нужно? Машина. Здесь раненый коп, его надо доставить в больницу. Тебе придется помочь нам, ясно? Еще и заложники. Скорую не таранить. Внутри раненый полицейский. Умеете оказывать первую помощь? Военный триаж. Были солдатом? Да. Мы вам жизнь спасаем! Раз, два, черт! Нет! Эй, ни шагу больше! С пушкой, значит, крутой. Дэнни, не надо! Я должен вернуться к жене и сыну. Они в курсе, что ты банк грабишь? Мы вовсе не плохие парни. Мы лишь пытаемся вернуться домой живыми. Мы не сможем счастливо уйти в закат! Дэнни, все уже поняли, насколько ты опасен. Правда? Уберите отсюда вертушки, живо! Я верну тебя домой, братишка. Мы все вернемся домой. Скорая.